Что пришли сюда? Вы пришли с каким намерением? Я так понимаю, вы пришли просто знать, как дела? Все нормально у нас? Нам гости должны приходить. Да в чем дело? Илья вообще здесь еще не живет. Пускай приходит. Зачем они скандалы устраивают? Зачем они выгоняют Дашу? Я общаюсь с Дашей. Хорошо. Идите в комнату сидеть с этой Дашей. Я не собираюсь, чтобы моя... Я еще раз говорю, я не собираюсь, чтобы моя женщина беременно слушала вашу бредень. Еще раз говорю, не будет никто здесь больше об этом разговаривать. Почему мы должны уходить? Разговаривайте по своим темам. Мы здесь живем, наша общая. Ну, смотри, я не могу это... Что происходит? Надо, ты не можешь на место тоже его поставить? Я сейчас убью. Оль, я не против вас. Оль, я не против вас. Услышьте, я просто не хочу, чтобы вы разговаривали об Алене. Все. Меня подают разговаривать только обо мне. Она идет сюда, специально спровоцирует. Я тебя выкину, можешь предупредить кого угодно. Выкину тебя за волосы. Просто Оля и Дима тебя разоблачили, тебе это обидно, что кто-то присутствовал при этом разговоре и их поддерживает. Выходим, Почему ты мне рот затыкаешь? Я не хочу тебя. Я здесь женщина. Ты здесь никто. Илья. Все, Меня здесь каждый день с утра до вечера 24 часа в сутки поливают вот таким вот говном грязью. Отсюда. Я тебе скажу. Это мой дом. Я тоже здесь живу. Выйди из этого дома, я буду нервничать. Тебе что? За что Дима подошел и сказал, ты что сейчас случилось? Ты что тут делаешь в нашей семье? Выйди тогда отсюда. Почему я не могу? Я с Олей и Димой общаюсь. Хорошо. Ты попозже придешь, хорошо, Даша? Посмотри, что творится там на кухне. Я не могу выйти, не поесть, не попить чай, ничего. Давай переедем в другую комнату. Давай в другую комнату переедем. Мама, я еще раз говорю, я не могу жить в одном доме с ними. Я не могу, нервничаю. Меня чувствует моя малышка. Давай на первый этаж переедем туда. Все нормально. Опять мебель все перетаскивает. Ничего страшного. Ты представляешь? Мы должны сейчас из-за нее переезжать. Нам не кровать не сдалась, я тебе говорю. Вот сейчас можешь, вот вообще, все, еще хватит. Раз говорю, давай переедем. Сейчас никто не разговаривает об этом. Все, сейчас успокойся. Иди покушай. Поводит, мам. Все, успокойся. Я устала нервничать, я устала плакать. Все, малыш, успокойся. Вообще вышла молча. И вот такое увидела. Мне нужно с ребенком заниматься. Хорошо, ты просто скажи, Даш, я сейчас выйду к тебе. Ты можешь, ты видишь, реагирует как, видишь, какую реакцию дает. Опять мы виноваты. Получается? Да не ты. Нет, тогда объясните мне, тогда если будут к Алене гости приходить, мы же не будем выгонять их так. Если мне тоже может кто не нравится. Но я же терплю. Подожди, Даша, я тебе бы пришла и сказала, я Коле. Да. Она сказала, я Коля. Она со мной сейчас разговаривает. Она разговаривает. Сказала... Вы так себя ведете. Она изначально не сказала, надо что да. Об Алене они с Никитой надо... конфетки принесли. Да ты не закроешь всем рот. Это ее мнение. Ну, если я не закрою, то я ее попросила, выйди. Если ты пришла к Оле, подожди Олю на улице. Все, не надо здесь мне разговаривать. А то она может на хорошем с человеком общаться. То он ниже. Нельзя грубить. Нельзя так нахально хам скрести. Не понимает человек. Значит, я тебе еще раз говорю. Человек. Я так же могу. То, если мне кто-то не понравится, я так же буду выкидывать. Нет. В смысле так? Почему? Придет к Алене какая-нибудь девочка. Подружка. Мы скажем, уйди. Мне нельзя нервничать. Ты мне неприятно. Дима будет брать ее за шквали и выкидывать? Оль, это несправедливо, не объективно. Нет, это несправедливость тогда. Господи, я чокаюсь с вами. Вы видите сейчас, какая ситуация? Вы хоть можете себе на горло наступить? Я и так на горло везде себе наступаю. Слышишь, мам? Нет. Я скоро, я тебе серьезно говорю, я просто... Успокойся. Просто все. Соберусь и уйду отсюда. И оставлю вас здесь всех. Да. Вы этого ждете. Мы соберемся. Мы соберемся. Я не выдержу, еще говорю, жить в такой обстановке. Успокойся, все. Я не собираюсь тут подстраиваться под вас, ходить на цыпочках. Не надо под нас подстраиваться. Короли нашлись живите тут. Живите просто своей жизнью, все. Так мы живем. Так мы живем своей жизнью, занимаемся ребенком. Вы заставляете меня нервничать. Тихо, тихо, не кричи. Уйдите, нет. Все. Спасибо вам за все, родственнички. Я только вышла, я только пришла в себя. И опять крики, оры. В этом же доме, где я живу. Почему кто-то делает устав тут какой-то, блин, а я свой устав не могу.